Ребятки, ну что, стартуем рыбалочку. Пацан, привет. Заходим потихонечку. А выходим не спеша. Так, смотрю, тут еще вот только утро в игре. Нормально. Есть время погулять, поиграть. Принцесса, привет. Принцесса, ты что, с нами на рыбалку? Сковородку бери, будем жарить. Спасибо большое, принцесса. Пол, привет. Как говорится, снова здравствуйте. Ну что, расчехляем удочку и пошли. Вроде не голодные. А, вот прям у пристани. Сейчас опять хлеба нажую. Чуть-чуть уже остается до 12 левела. И мне будут доступны две локации. Пойдем посмотрим, что там, как там. На что можно будет ловить. И все. А пока что у меня есть торт. Который я все никак не доем.
Я знаю, принцесса бы мне помогла торт доесть. Да, принцесса. Ну-ка, иди сюда. О, карасик. Первая рыба есть. Не знаю. Стримлю, 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 стримлю. Даже пожарить некогда. Да, ребят? Это странно. На Good Game смотрят, но не пишут. Алло, народ. А так приятно послушать звуки природы, да, ребят? Попался. Карась маленький. Какой большой? Ну не очень большой. Опять, наверное, сейчас тут всех карасей переловлю. Никому не достанется. Блин, сошла. Не, это выдуманные места. Но они... Ну все как в реале. Кстати, тут некоторые места реальные есть. Но они мне еще пока недоступны. А вот этот пруд, он как бы выдуманный. Там есть специальные, ну, реальные речки. Все такое. Ай, ё-моё, пожрать даже не дает. Рыба, ты че, охерел?
Килограммовую плату поймал. Штиль, ветра нету и волн на воде нет вообще. Правда. А сейчас тебе уже сколько? 24? Волк, привет. А что такое прим? Вот надо писать по-нормальному, по-человечески. Зачем вы сокращаете? Да ё-моё, кто мне там столько сообщений сразу написал? Нет, это цифры. Цифры возраста.
Да, по 12 очков будет долго еще качать. Сейчас поем, пойдем куда-нибудь в другое место. Там просто человек писал, что 16 лет назад начал в русскую рыбалку играть. А я им не верю. Игре всего лишь года 4 максимум. Что такое Рене? Оверлом, привет. Что-то сегодня масть не прет. Это самый глупый вопрос. Особенно на Твиче. Это там прям под стримом и написано, что это за игра.
На мана. Что-нибудь другое давайте попробуем. Кукурузную кашу еще ни разу не ловил. Что-нибудь будет ловиться, нет?
Ух ты. Прям сразу на дно ушла. Платила. Какую риску искать? Давай, чё? А что такое ряску? За водоросли, что там, щук ловить. У меня удочка не предназначена для щук. Привет, Рома. Как дела? Кто-то мухи мы. Мухи у меня откуда-то. Славик, привет. Да, чё-то не клюет. Место такое бесклево. А вот здесь вот будет клевать, смотри. Велес, привет. Как погода, ребята? У нас прям пипец как похолодало. Ночью аж до 2 градусов тепла было. Чуть ли не до мороза дошло дело. Клевое начало сентября, да? Ну-ка, иди к папочке. Хорош.
Лес, там же название написано. Что-то ерунду какую-то спрашиваешь. Что за игра? А я не знаю, что это за игра, ребят. Вы меня прям удивили. Никогда даже не интересовался, что это за игра. Можно же ведь играть в ту игру, которую даже название не знаешь. Можно. О, Курску, привет из Липецкой области. Почти земляки. То бишь из Задонска. Бывало у нас там? Федя, ну чё ты делаешь? Всем привет. Привет, 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 привет. Блин, чую еще долго до 12 левела. Я просто хочу на другую локацию сходить, которая откроется после 12 левела. Ну сейчас 8 в Курске. Прям пипец как холодно. У нас и то 12. Хотя мы немного севернее живем. Ну, ё-моё, чё ты не клюёшь? Клюю рыбка большая и маленькая. Давайте вот тут что ли посидим. Сейчас расцветет, ребят, похаваем и пойдем в другую часть пруда. Да уже немного осталось. Но я уже задолбался до него качать. Вон там, видишь, внизу. Написано даже, сколько сейчас и сколько надо. Там 18 тысяч баллов. А сейчас 16700. Да мне сегодня в ночь на работу идти. Вот я под офигею. Прям куртку надо одевать с собой. Я вчера вечером с работы приходил. Вот так вот весь. Было 10. Прям такое резкое, неадекватное похолодание. Элвис, спасибо за подписку. Рыбаком нужно огромное терпение ждать рыбку, когда она клюнет.
Это прям рядом. Я туда на велосипеде езжу, так чисто прокатиться. Ну сейчас погода нелетная, там делать нечего. Сейчас, может, потеплеет, съезжу, велостримчик организуем. Как в прошлый раз. Не знаю, как сеть будет там ловить или нет. Так что, кто хочет не пропустить велострим, половьтесь на Twitch. Ё-моё, куда рыба делась? Она обычно тут клевала постоянно. А ТЛЗ, это ты пукнул и всю рыбу распугал. Как ты мог, блин? И поплевал, и харкнул немного, чтобы уж наверняка было. Уволил, не может быть. Здесь. И... Клёв кончился, клёва больше нет. А глянь, там что-то никто больше не ловит. Как я последний поймал, вот только что один чувак поймал. Может, с серваком что-то? Рыба зависла. А, вот всё. Пошла, повела, повела. Два часа ночи, небо уже светлеет. Блин. Сорвалась. Пока тут это, он подсечет, месяц пройдет. На кнопочку ты раньше нажимаешь. Еще 200 очков опыта и будет. А не, погоди. Еще 1200 очков опыта и будет нам левел. Кажется, написано. Мистика. 1156 до следующего левела. Промахал я вспышку. Хлеб. На него, кстати, лучше всего ловится.
Хлеб жеваный. Мякиш. Жеваный крот. Мне тут это негабаритный канал подогнал штук 100 хлебных батонов. У него там прям что-то дофига хлеба было. Вот на хлеб теперь ловлю. Дмитрий, привет. Дела нормально. На червяка что-то не идет. На хлеб он. Всем привет. Позавчера мы ловили 61 рыбу. За 2 часа. Андрей, привет. Роман, Рестед, здорово. Опа. Иди к папочке. Карась. 182 грамм. Не, рулем леску подматываю там. Когда надо. Прям. Уй. Чтобы натянулось. Как дела, Реста? Давненько тебя не видел. В 4 часа утра рыба пошла. Как отдохнул? А тут у нас прям холода, прям так резко захолодали. Кстати, послезавтра Вайоминг. Будешь сразу брать или не? Мне ключик от нее что-то не дали. Не, на хлеб еще полотва ловится. Ну, редко. Что еще можно? Давайте на опарушку. Что на него возьмет? Тот же самый карась, наверное. Самое главное, ладно бы сказали бы, нет. А то вообще тишина. Куда теперь писать, не знаю. А ты кому, не мир писал? Или Алекс?
Думаю, уже чуть-чуть остается до 12 левела, ребята. Пойдем, там какая-то новая локация откроется. Прям туда хочу. Мне где-то в начале лета писал, сами написали, типа, вот, давайте знакомиться, я новый PR-менеджер, типа, представьтесь, как вас там называть, все такое, и все. Я ему написал, и от него тишина, и от Немира тишина, я не знаю, они, может, там все в отпуске. Что-то маленькое. Платва. Может, завтра пришлют. День остается все-таки. Завтра у меня как раз отцепной, а послезавтра выходной. Да, по сменам. ЖД график. Ну, я думаю, они продавать будут так же часов в 7 или в 9 по Москве. Что-то другого времени я не помню. Всегда в это время они начинали. Сейчас они, пока сань покатаются, пока... Порадуются, что сегодня выходит DLC-шка. А потом бац, в завершении стрима старт продаж. Не хотит. Ну-ка, не червя. Если... Да, я в ночь сегодня. Чего? Тут ротана в первый раз поймал. В Стиме бесплатно.
не профас, привет. Андрей, а ты где ловишь? Я что-то не пойму, на дачном пруду хоть что-нибудь ловится или нет? Рестед, давай, спасибо, что заходил. Кстати, посмотри, у меня там обновки по железу есть небольшие. Собирал, чтобы в русскую рыбалку на ультрах играть. Привет Ютубу от Свеча. Ну чё я? Как говорится, привыкаю к новой комплектации. О, лещ, ни хрена себе. Ну я сейчас тоже на комарину. Если не ошибаюсь. Да, на комарину, да. На речке я тоже много человек, но здесь прям как-то нормально. О, окунька. Давно окуней не ловил. А вот гейм, не болей. Опять что-то переподключения какие-то сегодня весь день. Долбали. Ребят, фоловьтесь, подписывайтесь, стримы каждый день в свободное от работы время. Ой, еще чуть-чуть остается и будет следующий левел.
спешишь, рыбу не смешишь. 194 очка. Еще примерно два ротана примерно. Так. Я сейчас понял. Пять окунь. А есть, интересно, плотва необыкновенная. Никто не знает. Прям в кафе. Спасибо, спасибо. Давай глянем, а что там нам в кафе-то надо? Где тут наше кафе? А где кафе? Рядом со столовой? Ребята, а где тут кафе? Карась серебряный. А как сюда продать? Только две штуки берут. Именно одну не возьму, да?
чё они такие гады, одну-то не берут? Так. Карася серебряную от 30 грамм. Пошли ловить. Леп, хорошо ловился. Идешь порыбачить. Ну давай, присоединяйся. Рыбы на всех хватит. Ты ё-моё. Пока нажал, оно уже клевать перестало. Золотой карась. А как так? Смотрите, 18 тысяч из 18 тысяч у меня. А почему следующий левел не щелкает? Как мы там? 13 очков опыта до следующего левела. Еще одну рыбку, как и мне. Негабаритный канал, здорово. Лёг, как покатались. Я вообще ни разу в турнирах не участвую. Какой из меня турнирщик, если я даже не знаю, что на что ловить. Лёха, как работается? Пипец, сегодня ночью холодрых было. Ребят. Это жесть. Ага. С добрым утром. А мы тут это перед работой рыбачить пошли. Послезавтра выход новой DLC-шки.
Ждем. Нетерпением. Походу дела, я реально отсюда всех пискарей выловил. Мелочь поклевывает. Опа, новый уровень. Думаю, до 13-го 31 тысяча. Опарыша или кастера. Все, 12 левел, можно на какую-нибудь другую речку рвануть, посмотреть, что там хоть нового, да? Только сейчас мне надо серебряного карася выловить где-нибудь. Очень надо. А где можно опарышей тут накопать? Абаканчик, привет. Да, вот решил что-то половить. Ну да, тут и графика офигенная вообще. Эх, ловись быстрей, рыбка большая, не маленькая. Негабаритный канал, ты с твича-то, наверное, меня наверное, ни разу и не смотрел. Магазин накопать, окей, спасибо за совет. Вудони, привет. Иди к папочке, что это такое? Опять золотой карась. Да ёксель муксель. Они надоели. А где ж серебряного взять? Ну, рыба дорогая, а парш дешевый. Донни,
Ты что-то из раздела нереального у меня спросил сейчас. Что такое трофы? Если ты про ботинки, то вот какие. Мне прям на краешке стоит. Трофейные рыбы? Не знаю, ни одна не попадалась. Даже для кафешки не могу никак наловить. Не, у меня карась максимум на 1,6 кило с чем-то попадался. А парж даже не клюю. Ну что еще попробовать? Каш перловый попробуем. Ни разу тут не пробовал еще. Ну блин, какой у тебя уровень в удоне? Чуть маленькая. Знак кукурузы тоже хреновенько. На хлеб вообще охеренно. Караси идут. Видишь, а у меня 11, ой, 12. Сейчас, кстати, новая локация открылась, надо туда рвануть. Картофельные кубики. Нужен картофель. А его у меня нет. Кашку полную. Ну, мотыля тоже что-то плохо. Прикинь, баканчик вообще. Собрал стрим ПК, чтобы русскую рыбалку на ультрах стримить. Видишь, даже не клюет. А вот на хлеб сейчас смотри, только кину сразу. Как будто ждали. Хлебом тут не кормленные, наверное, сидят. О, видишь, сразу пошла клевать. Иди к папочке.
Ну да. Со слюнями. Деликатесик. Я его специально пережевывал. Да-да-да, грязными пальцами накатанными. Пойди сюда. Хороший. Кило 141. А где ж серебряный, такая российская? Не, на море ни разу ничего не ловил. Я там сам-то был чуть-чуть, недолго. О, что это такое? Вот он, серебряный. Получится продать в кафе? Или не получится? Не туда я. Да ё-моё. Этого одна штука, и этого одна. А чё тут ещё есть? Ну какие придирчивые, не беру. Продать-то нечего. Ты пошли вы на рынок, все сдам. Да, ребят. Еще будут там выбирать, что продать, что. На 41 монету. Так, давайте новую локацию разведаем, что там, да как. Короче, озеро Старый Остров. А что туда платно? Ребята, а стоит туда переходить, а? Димоин, здорово. О, тут еще одно. А, нет, она еще заблокирована. А что там такое? Что там такого опасного? Давайте-ка на вьюнок сходим еще разок. Кафешка. Так, надо одну лягушку. Блин. У меня были караси золотые, нахер я их продал. Ого, елец. Одна штука. За 50 монет. Нихера себе тут запросы. Река Белая, рай, спиннинг.
Я не умею на спине нахер ловить. Вон туда сходим. Я бы с удовольствием, да я не умею. Не научили меня. Бля, не идет ко мне. Здорово. А раньше ходил. Это клюнуло тут. Я тут на иноку не один. Ладно. Чё это, ма? Уклейка маленькая такая. Не профас, смотри. Как ловить на этот спиннинг? Короче, кидаешь его. Не, я ищу что-нибудь такое, что дорогое. Мне же надо как-то монеты получать за что-то. Я имею в виду, смотри, спиннинг кидаешь, защелкиваешь и постоянно крутишь, или крутнешь и остановишь, крутнешь и остановишь. Что лучше делать, как? Мотаешь постоянно с одной скоростью, или нужно ждать, когда он дна коснется, или не обязательно. А на фидер, короче, кинул, защелкнул, подтянул, чтобы она в натяжку была. Поставил и ждешь звоночка, да? Я правильно понял? Это что-то в последнее время я кидаю, кручу, а толк никакого. Не ловится. Может, насадку надо какую-нибудь взять? У меня получается, что там?
Вот у меня какая-то Иберия, Драгофли, Лонг. Ну вот эту херню. На старый острог, чё там? Щуки много или чё, я не пойму, почему мне туда лучше не соваться? Я бы хотел попробовать. Давайте-ка мы сходим в магазин, посмотрим, что тут почем. Затариться, может, леской. Всякий пожарный. Делайер, привет. Спасибо большое. Что лучше взять, нейлоновую леску или плетеный шнур? У меня всего 500 монет, а тут леска вон. 349.
знаю, может быть, на щуку сходить. Давно, типа того, ничего не ловил. Нормально. Только на 12 килограмм наш. Ой, и на 15 тоже. Ладно, пусть будет. Какой поводок, говоришь? А где поводки? Ну это леска. Флюкарбоновая. А, о, поводки. А нету тут таких. Есть фидерные. Такие случаи. А щук на что лучше ловится?
Сейчас что-нибудь понасобираю, блин, хрен что будет ловиться. Деньги пока есть, давайте рванем на реку Белую. Ты говоришь, там на острове можно на закидушку положить? И кафе хорошее. Карась серебряный. 3 штуки. Может, у меня есть? Погодите, а где тут администрация? Нет, карту купить. О, да мы прям уже на острове. А течение тут в какую сторону хоть? Ну, на 66-39 пока. А на фидер тут что-нибудь ловится? А вода какая прозрачная. Семьдесят 1.37. Чуть такое эхо слышали? Thank you.
Вообще тишина. Синюю акилу. Что это такое? Забыл, где ее. Там ее искать-то. Рывка. Умение. Павлик или Лба. Я не пойму, мне надо? Чего мне надо, я не понял даже. Для использования вам потребуется получить умение ловля колебалкой. А как его получить? Thank you.
Погодите, а какая? Я тут нету, да? Кнопочка нажал. А на спиннинг поводок нужен, ребят, не? Альф, привет. Кажется, у меня его нет. Уже поймал что-то. Или она за что-то зацепилась. Ну и как ее взять? А. Ну ладно. А что за L снасть? Зачет задания квалификации классический спин. Я ни хера не понял. Первая рыбка на новом месте поймана.
не говори. Только всего надо знать. Ух ты. Что это за чудо-рыба? И как ее взять? Я же ее вытащил. Обязательно нужен садок. Че за хрень, я не понял. Зачет, два задания квалификации. Дед, здорово! Вот дед у нас профессионал рыбак. Что он там нам расскажет? Тридцать четвертый левел, ни хера себе. Ариус. Первый раз такую рыбу поймал вообще. Веслом по воде. Мало.
3 было. Так, котнул так попробую. Не успел кинуть, я чуть был не поймал. А с той стороны. Неужели глухо? Как в танке. Не мой день. Ну чё тут лучше всё ловить, ребят, подскажите. На мотыля будет клевать, да?
попалась. Блин. А как это можно поставить, не? Наверное, ничего не поймала, да? Иначе она бы тянула хорошо. Червя. Яркой нет. Наверное, что-то большое. Наверное, калошу поймал. Или штаны чьи-то.
Надеюсь, не зацепил. А ты не чуешь этот холодок от воды? А что там, там за значок такой, второй слева? Там был сначала чуть ли не наполовину, а сейчас чуть осталось. Надеюсь, это не хана резки скоро придет. Или что-то типа того. Это что такое? Поймалось-то, я не пойму. Что-то большое. Не поймешь, откуда, блин. Разве я ни разу не видел? Вы что-нибудь видите? Я не вижу. Кого я там тащу? Что-то долго. У меня уж палец устал держать. Не, смотри, опять прибавляется. Это точно не леска. Может, текстура дна зацепилась, и я ее тащу. Вы поняли? Вон там эта фигня. Ну, смотри, уже больше половины. Или это выносливость лески? Игорь, привет. Спасибо за лайк. Благодарю. Да ё-моё. Ну чё, кальтушку буксует? Бля, у меня уж палец устал это нажимать на кнопочку. Когда ты вытянешься-то, ё-моё. Ага, вон чё-то идёт. Ребята, я вижу, я его вижу. Я вижу этого монстра. Что-то большое. Иди к папочке. Блин, с трудом идет. А выдержит ли моя удочка?
Блин, еще там забеликало. Блин, ну не брошу же я вот эту рыбу. Погоди, потерпи, рыбка. Почему мне нет второй пары рук? Так, монстрик. Окунь. Блин, моя рука. А чё он так тяжело тянулся? На 1352 грамма. Нихера себе. Так, ты чё там? Больше не перекаешь? Это есть, наверное. Наверное. В том-то и дело, что наверное. И все. Ты куда? Лещ. Садок. Ну, я проще. Ну, я тоже иногда хожу, но я просто вот в таком отражении воды вообще даже леску не вижу. Одна, вторая пошла. Реально. Встала рука. Опа. Что-то есть. Не очень большое. Чего? Задание квалификации классический спиннинг. Поймать 7 видов рыбы. Что за квалификация? Дробно. А чё за автоподмот? А разве можно как-то автоматически, кроме рук, подматывать?
зашло. Ну что это за рыбалка с автоподмотом? Ну это, блин, бред, ребят. Ну хоть это. Что-то тащим. Ариус. А что за L снасть? Что это за бонус такой?
освобождение зацепа. Правой кнопкой. Что за бред? Какой зацеп? Но не факт, что будет то же самое. А вдруг она успела сохраниться? С той стороны. Это похавать надо. Похавать тут нигде. Столовой нету. Пусто. Что тут можно зацепы тут, блин. Кто, блин, как идиот это придумал? На тех прудах, блин, хоть в камыши кидай, хоть куда, блин, хрен чё цепа нет. Чё-то поймал. Это не особо тяжелое. Маленькое что-то. Залавали.
Да ё-моё. Мне кажется, надо на что-то одно ловить. Не успеваю. Да ё-моё. Ребят, кому леща? А как что-то есть? Тут же нету, это жратвы. Да? Я прав? Батончик в конце же. Блины. Откуда мне блины? Блин, уже на этом уровне 6000 лет. Интересно, в чате видят, что я съел батон нарезной?
Тащись быстрее. Ну, там зазвенело. Тут ты, блин. Эй, я удочку потерял. Да ё-моё. Ещё давай это убей отсюда. Лещ. Три часа. Надо будет сейчас уже на работу собираться.
Я бегу. Давайте-ка походим по берегу. Так, течение в ту сторону. Видно, такое маленькое попалось. Окунь. Thank you.
Да не очень. На начальных уровнях побольше был клёв и получше. Чё-то вообще клевать перестало. Клик туда, где были. Нижний, я сам не знаю как. Чем больше рыбы поймаешь, тем он выше будет. И дождя избегай. Под дождем сразу в минус уходит.
Почему один из двух? А, их все выбрать, наверное. Судак на что ловится, ребят? Какая удочка? Тут ни разу ничего и не ловил. Давайте-ка попробуем. Что здесь можно поймать на удочку? На опарыша. Еще меньше. Сказал, что придем. Так, ребята, что-то тут на удочку не ловится ни хрена. Давайте на другую сторону. Да на спиннинг что-то клевать перестал, думаю, он половится так удочкой.
Ладно, ребят, еще раз кинем спиннинг. Поймается, 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 хорошо. Нихера, ну. Али что-то нет. Куда там кинул? Ну и что, ты руками распутать, что ли, не можешь? Что за дурацкая игра? По-другому не скажешь. Зайду, посмотрю, все ли у меня в порядке. Тогда будем выходить. На сегодня хватит, пойду отдыхать перед работой. Чем-нибудь будет. Будет завтра стрим. Надо что-нибудь похавать.
Ничего, лодок тут нету. Ладно, ребята. О, магнитофон. Старый такой. У меня, кстати, такой где-то валялся. О. Ну чё, банкомат. Коптить рыбку можно. Шашлычок. Мастерской что можно сделать. Ладно, ребята, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Фоловьтесь, подписывайтесь, стримы каждый день, свободное от работы время. Так что увидимся завтра. Всем доброго вечера и хорошего настроения. Пока-пока и спасибо за подсказки.